Веб-конструирование, интерактивные истории и графический дизайн, номинации в которых ребята из учреждения образования Бриста показали навыки владения современными технологиями. Работы конкурсантов были выполнены в различных программах – PowerPoint, Excel, Pascal, средствами веб-конструирования и другие. Хоть проект и выдался довольно большим и объемным, но я его успел закончить. Я работал в основном по вечерам, и сложности это слишком большой не несло, поскольку уже в похожих программах я работал, но это просто был очень объемный проект. Артем увлекается математикой, информатикой и считает, что в 2022 году знать основы информатики так же элементарно, как заправлять постель или чистить зубы по утрам. Техника и технологии за последние десятилетия стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Быть в теме значит следить за новинками и не упускать ничего интересного. Из школьных уроков очень нравится информатика и математика. Эти два предмета, без друг друга нет смысла в них. И я считаю, что IT – это будущее. В этом есть смысл развиваться. Оценивали мастерство конкурсантов специалисты. Борьба была очень серьезной. Жюри весьма сложно было выделить лучших, но все же победители конкурса были определены. Лучшие награждены дипломами, а также памятными подарками. То, что они делают, это значимо, интересно и перспективно. И хочется пожелать им дальнейшего развития, дальнейшего роста и реализации себя в взрослой жизни в нашем обществе. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.